бодрого утра и приятного дня. В режиме реального времени, особенно в период автоматизации сервисов и поддержки, нашим клиентам просто как воздух необходимо живое общение. Такое, например, как мы получаем, заходя в любимую кофейню. Да, и такую аналогию наша команда контроля качества выявила не случайно. Проводя исследование удовлетворенности наших клиентов, мы стали выявлять тренд пожеланий именно в направлении стилистики общения, доступности и прозрачности ответов на интересующие вопросы. И наша команда стала думать, как же там сохранить, чтобы работники оставались компетентными и в то же время становились душевными работниками банка, помогая нашим клиентам в режиме 24/7. Идея направления «Бирюзы» стала нашей новой задачей. Заходя за чашечкой кофе, любой клиент хотел бы получить качественный, хорошо сваренный, любимый напиток. При этом он подсознательно хотел бы интересную подачу, непринужденную беседу с баристой и в целом располагающую обстановку. Как раз тут мы поставили для себя задачу сделать общение наших ребят более живым и перейти к диалогу в стиле soft and smart. Конечно, мы понимали, что изменить общение наших ребят будет непросто, заменить стандартное обслуживание более живым, при этом не увеличив время диалога с клиентом. Двигаясь в направлении «Бирюзы», мы начали, во-первых, с того, что внедрили и разработали золотые правила обслуживания. Далее мы провели тренинг «Забота о клиентах». В том числе мы разработали механизм iHelp для быстрого поиска информации нашими работниками. А в базовое обучение мы включили программу по бескриптовому обслуживанию. Однако мы понимали, что даже этих шагов может быть недостаточно. Ведь, как говорил Генри Форд, собраться вместе – это начало, оставаться вместе – это прогресс, а работать вместе – вот это успех. И действительно, мы понимали, что без вовлеченности наших работников в проект, каков бы блестящий он ни был, реализовать его будет невозможно. Поэтому для того, чтобы заинтересовать и вовлечь наших работников, мы разработали и внедрили механизм геймификации «Бирюзовый марафон». Также мы понимали, что мы можем шагнуть чуть дальше за горизонт, в том числе и в направлении с работой с претензионными обращениями. Для этого наша команда придумала абсолютно новый этап в проекте и выделила менеджера заботы о клиентах. Это тот работник, который не только помогает, но и старается быстро и в режиме онлайн решить все вопросы наших клиентов. Горизонт еще впереди, «Бирюза» только набирает обороты. А с ключевыми секретами нашего баристы проекта «Бирюза» мы познакомим вас в следующем видео.